Всем привет! Здесь мы собираем конструктора от Lemma Toys и сегодня соберем бронеавтомобиль Тайфун. В набор входит наждачка, 72 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Эту модель мы легко соберем без клея. Обращаем внимание на расположение деталей. Сиденье должно смотреть в сторону детали под номером 21. Обращаем внимание на расположение деталей. Детали под номером 20 должны оказаться внутри кузова.
Остальные колеса собираем по аналогии. С остальными проделываем то же самое. Готово! У собранной модели вращаются колеса. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!